Thank you.
мроку вернется сейчас. Всем привет, мы безумно рады видеть вас и безумно рады играть для вас. Тем более в таком замечательном месте. Давайте все поздравим этот клуб с открытием в новом прекрасном месте, с прекрасным звуком, с прекрасными людьми и с вами прекрасными зрителями. Безусловно, у этого клуба великое будущее. Мы группа Spacehead. Я представлю музыкантов, которые играют со мной. О, да, давай. В общем, Сергей Гейер, бас-гитара. Александр Кульков, барабаны. Меня зовут Илья Комодина. Мы будем играть авторскую музыку, которая не имеет определенного направления. Она является эклектичной, что отражает, наверное, тенденции сегодняшнего дня. И отражает взгляды на эти тенденции наши. Спасибо. Следующая композиция как раз-таки отражает роль и место наследия наших великих композиторов на современную музыку, то есть их влияние на современную музыку. В общем, вот, следующая песня называется «Хоровод». Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Эта композиция была под названием «Целлотоновая песня». Песня, которая практически вся построена на целлотоновой гамме. Интересно, да? Сейчас будет. Сейчас будет. Следующая композиция, которая не имеет названия, но она вам понравится, потому что она не такая тяжелая. Облегченно, да, в общем, спасибо большое. Мы рады играть для вас и продолжим наш сет великолепный.
Да, я снова с вами. Язык заплетается. Это песня, которая называлась Underwater, подводная молитва, можно даже так сказать. В общем, вот. Следующая композиция «Плод». Как я уже говорил неоднократно, уже, наверное, самому надоело это говорить, но тем не менее мне приятно это говорить, потому что следующая композиция — это плод совместного творчества. Вообще вся программа, скорее всего, это тоже плод совместного творчества, потому что тот состав людей, которые сегодня на сцене, но вот без этих людей, наверное, ничего бы не получилось. И, в принципе, вся музыка, она как раз-таки делается сиюминутно. То есть наша идея вообще нашей музыки — это поток сознания и поиск красоты и баланса в этом потоке сознания. Ну, чтобы вы понимали, что многое здесь делается на ходу, на самом деле. Спасибо. Так вот, следующая композиция, которая называется «Message», это наша с Саней Куликовым композиция. Он написал замечательный риф на 9 восьмых, вот. И мы вместе развили полноценное произведение, которое называется «Message». Посмотрим, какие образы оно у вас вызовет.
Большое спасибо. Это была композиция, оптимистичная композиция под названием «Монорельс». А следующая композиция — это уже наше совместное творчество с великолепным бас-гитаристом Сергеем Гейером. Давайте его похлопаем. В общем, слушайте. Thank you.
Сергей Гель! Его примочки. Александр Крюков, барабаны. Меня зовут Илья Камалдинов, я группа «Спейсер». Играю музыку авторского направления. Делай. Следующая композиция. Называется ADG. Мы начинаем.
Большое спасибо. Мы очень рады вас всех видеть. Играть для вас в этом замечательном месте. Что? Что? Спасибо. В общем, наш концерт подходит к концу. И мы сыграем последнюю композицию под названием «Открытка Postcard». И мы надеемся, что мы с вами еще раз увидимся. И, может быть, даже в этом месте, в этом же клубе. Завтра. Завтра, да. В общем, обязательно следите за нашими новостями, подписывайтесь. У нас уже, кстати, есть свой канал в Инстаграме. Поэтому следите за новостями. У нас все серьезно. В общем, вот, последняя композиция, которая называется «Postcard».
самом деле все, кто здесь был, вам крупно повезло, потому что это один из лучших концертов в нашей жизни. Да. Серьезно. То есть, приходите еще, может быть, еще лучше. Бас-гитара Сергей Геев. Барабан Александр Кульков. Меня зовут Илья Камалдинов. А также наш герой, который нас спас сегодня, Владимир Бойцов, который в любом помещении сделал звук, а здесь он сделает просто пластинку. Да, вот он, давай. Спасибо большое, следите за нашими новостями, и мы обязательно увидимся и сыграем для вас лучшую музыку. Все, спасибо.